20 марта вот на радио «Комсомольская правда» вышла такая статья. «Очень странная манера. Стоянов раскрыл имя артиста неваляшки из шоу «Маска». Юморист предполагает, что роль этого персонажа досталась близкому другу. Уже на первую неделю зрителей волнует личность артиста, который прячется за костюмом неваляшки на шоу «Маска». Этот персонаж не впервые производит на публику огромное впечатление, ведь в каждой композиции голос исполнителя просто неузнаваем. Своими предположениями о том, кто может скрываться за этим героем, поделился народный артист России Юрий Стоянов. И вот что он говорит, что под костюмом неваляшки, уверен он, выступает пародист Юрий Гальцев. Вот, как оказалось, Стоянов и худрук петербургского театра соседи, театра эстрады имени Райкина, соседи. Поэтому герой шоу часто слышит, как Гальцев поет у себя в квартире и музицирует на гитаре. У него прекрасная джазовая манера, джаз-рок дворовая, очень странная, и он очень меняет голос от верха до низа. Очень пластичный голос со всякими штучками, поделился Стоянов. Напомним, в этом выпуске неваляшки исполнила песню из кинофильма «Охотники за привидениями». Этот номер вызвал восторг публики, а певица Валерия, сидящая в жюри, даже назвала выступление персонажа лучшим за весь сезон. Но вот когда откроется эта маска неваляшки, тогда и узнаем, кто там в этой маске.